Однажды в маленьком городе появился страшный вирус. В школе у Ам-няма объявили карантин. Ее закрыли. В школу Ам-ням не пошел, но решил сходить зачем-то в центр развлечений. Шел Ам-ням, шел. И сначала решил сходить в кинотеатр. В кинотеатре было очень много существ, но только один из них был в защитной маске. Их было много, они были разные. Большие и совсем маленькие, незаметные. Но самый незаметный был опасный вирус. Этот вирус был настолько незаметным, что уже поселился внутри одного из Ам-нямов. Когда зараженный открывал рот, вирус выскакивал наружу и начинал заражать всех, всех кругом, кроме того, что был в маске. Конечно, он незаметно прицепился и к нашему Ам-няму. Эх, он же ведь был не в маске. Потом Ам-ням решил прокатиться на карусельке, а вирус-то он понес с собой. Поэтому, кроме Ам-няма, девочек и мальчиков на карусели также катался и страшный вирус. Эх, все на карусели заболели. Домой пришел Ам-ням, совершенно бледный и больной. Голова болела так, как будто кто-то вцепился в макушку. Пришлось вызывать скорую помощь. В больнице он выпил сотню пилюль, получил сотни уколов. А все потому, что не надел защиты маску. Надел бы маску, может быть, и не заболел бы. Ага. Только спустя месяц врачам удалось вернуть Ам-няму его естественный зеленый цвет и навсегда вытащить из него этот страшный злобный вирус. Ой-ой-ой.